Здравствуйте, с вами Светлана. И я от 12 августа объявляла конкурс. Как обычно, простые правила у меня на канале. Под видео от 12 августа написать «Участвую» и написать, в какой населенный пункт мы едем отдыхать на море. На Черноморье, наше Черноморье. И открыть подписку. Все просто. Открытая подписка, чтобы когда выбирался победитель, было видно, что вы подписаны. Это для подписчиков, так что подписывайтесь, кто не подписан. И от 12 августа под видео написать «Участвую». И населенный пункт, как вы думаете, куда мы поедем отдыхать. Это, я так думаю, интересный конкурс. Вы пофантазируете, вы, возможно, даже угадаете, потому что ничего сложного нет. Очень красивый, ухоженный, черноморский населенный пункт. Призом будет что-то, я не знаю что, но что-то привезенное с моря. Мы выберем этот приз вместе с вами, вы будете с нами в том населенном пункте. Будем с вами выбирать победителю этот приз. Что-то связанное с морем, аромат моря, солнце. Это вот будет что-то такое интересное. И заключение конкурса будет 30 августа. До 30 августа пишите, фантазируйте. Подарки, я думаю, всем понравятся, потому что морские подарки всем нравятся. Будет два приза. Два победителя будет, девочки. Просто мне очень хочется, кто, возможно, в этом году не получилось поехать на море, я вам подарю маленький кусочек моря. Ну, не в самом смысле, что кусочек моря, но оттуда привезенный какой-то подарок. Все, а с вами была Светлана. Пока-пока! Ну что, нагулялись мы, находились, сделали покупочки. Ну и, знаете, забежали в фикс-прайс. Не хотели мы туда идти. Нам не нужно было. Но мы пошли. И купили мы йогурт. Йогурт. Йогурт мы купили нежный. Вот такой вот. С соком персика. 25 рублей. Один. 25 рублей. Один, подсказывает мне Надежда. Очень вкусный. Так, затем мы купили соком клубники по той же цене и соком абрикоса и манго. Взяли все три разных. 25 рублей, я считаю, что это просто прелесть. А в светофоре подороже. И очень приятно, что в фикс-прайсе подешевле. Затем мы купили молоко. Молоко. Молоко купили овсяное, классическое, 3,2. Я такое же покупала, но Надежда не пробовала его. 25 рублей. 25 рублей, вот такая малышка. И 77 побольше. Здесь 250 грамм. 250 грамм. Так, возможно, света не будет хватать, уже на улице темно. Мы только приехали. Затем мы взяли вот такие вот крабовые чипсы, решили немножко потравиться ими. 20 рублей. 20 рублей. Замечательная цена. Затем мы купили лепешку. Что-то с ней будем делать. 25 рублей. 25 рублей. Здесь 4 штуки. У нас что-то сегодня все по 25 рублей. Здесь 4 штуки. 4 лепешки. Так, мультизлаковые, пшеничные. Ну, что-то придумаем. Что-то мы такое. Обязательно покажем, если совсем не стемнеет. Потому что света не хватает. А устанавливать световые приборы, ну, как-то поленились мы. Устали, девчонки устали. Хотим кушать и вам показать заодно.
25, 25, 25 и 20 чипсы. Вот такие вот конвертики мы сделали из этих лепешечек. Вкуснота. В ближайшее время на втором канале обязательно покажем, какая это вкуснота, как готовится она. Вкусняшка это. Сейчас включим YouTube и посмотрим мой канал. И будем ужинать. Ну и вам, конечно, приятного аппетита, если вы сегодня и сейчас кушаете. Затем приобрели вот такую красоту. Это сумка. Сумка для смены обуви. Яркий стиль. Я купила с черепашкой. Посмотрите, какая черепаха. Прям, мне кажется, камера передаст. Такой глубоко-синий, красивый цвет. И здесь умная, добрая. И совсем не спешит черепашка. В кепке. А, в кепке, точно. Я только увидела, что кепка. Кепка одета на черепашку. Классно. Так, и с обратной стороны. И с обратной стороны тоже же это черепашка. Классная черепашка. Прям классная, классная. 99 рублей стоит эта сумочка. Зачем я ее купила? А купила я ее? Нет, не ребенку. Купила себе ее для на море ходить. Сюда можно положить косметичку, влажные салфетки. Что там? Два полотенчика, так как мы едем вдвоем. И замечательно, такая хорошая, знаете, там были из материала, прямо из материала сделано, а вот это не клеенка, я даже не знаю, ну клеенка, да, но какого-то она такого хорошего качества. Там были и для девочек, девочка на велосипеде едет, там было с котиками, с лисами, совы, девочки сейчас в тренде же совы, там розовая сумочка. И розовые совушки. Очень красиво. А затем там было с кактусами. Кактусы. И еще были с пирожными. Тоже очень красивая, но с пирожными она сделана прямо из материала. А вот такая замечательная. Прям синий-синий, как море. Да, девчонки, я устала и хочу на море. Честное слово. Ну, ничего, ничего. Тут Надежда рассказывает нам о море, а мы ждем, когда мы туда поедем. Просто устали, конец уже лета и хочется съездить. Вот, и все наши были покупки. Вот я в эту сумку с черепашкой положила все принадлежности для пляжа. Посмотрите, я ее еще не набила. Я вот положила то, что нужно. Ну, а что нужно? Я говорю, там салфетки влажные, косметичка. Ну, там так, не то, что косметика прямо, ну, что там, губная помада, блеск. Вот. Что мне там? Два полотенца. Все. Ну, посмотри, и тут еще вот сколько. Вот видите? Половины нет, что я положила. Я просто хочу показать, что она вместительная. Вместительная, красивая черепашка. Можно, допустим, такую сумку использовать, кто ходит в бассейн. В бассейн идете, мокрые свои вещи сложили туда и все. Мне кажется, классно. А вообще детишкам для сменки. И большая она, большая, девочки. Большая сумочка. Ну, она рюкзачок. Не сумка, рюкзак. Здесь вот такие вот шнурочки. Мне понравилось. Просто я увидела черепаху. Морская тематика, красивая. Качество хорошее.
и думаю, нужно мне купить. А зачем? И придумала, зачем. В бассейн ходить. И вот на море едем. А детишкам замечательно туда положить сменочку. Классно. Мне она очень нравится.